Привет всем, привет всем, привет, с вами Лига Music Wars. Обновление, которое мы ждали на 14 число, свершилось 13. Я уже как истинный джентльмен всегда ошибаюсь на один день. Начиная еще с майской акции, которая вышла, получается, на один день раньше. Потом вышла акция на сентябрь, также на день раньше. И здесь, ребята, вошло не 14, а 13 числа началась забастовочка. Забастовочка что? Забастовочка — это у нас загрузка, ребята, в саночки. Давайте меня сдвинем, давай, доктор, вот так. Вот, загрузочка у нас в саночки идет. Уже второй питомец. Первого, соответственно, питомца в виде нашего колобка уже мы прошли. То есть мы его уже загрузили. Соответственно, второй питомец идет. Сейчас я вам всех призы, которые у нас, соответственно, будут проходить, я уже покажу. Ледяной трон, ребята, обновили. Появился новый, соответственно, фокус с ледяным троном. У нас появился абсолютный трон. Я добавлю его обязательно в студию всех предметов, который дает неуязвимость. То есть представьте, соответственно, донаты, которые выкачили у нас, соответственно, хищника, выкачили, они получают 3, соответственно, хода неуязвимости после смерти. А тут дополнительно они получают еще трон, который дает еще неуязвимость. То есть, ребята, вы в течение 5 или 6 даже, да, получается у нас, не сможете ничего сделать. То есть, вот у нас человек уже выкачал. То есть, 20. Абсолютная броня. Вот так. Поздравляю с приобретением нового трона. Соответственно, новый трон дает дополнительные бонусы, бафы и характеристики от 20-го. Вот, типа так. С санями я, ребят, не буду говорить. То есть вы знаете, да, как загружаются. Говорю не для донатов, то есть которые кидаются обычно. Вы кидаете простые подарочки, типа вот таких вот по 2 максимум и так далее. И когда у вас накопится хорошо вот таких призов по 5, вы их бесплатно загружаете. И все у вас прекрасно. Сани, соответственно, с бесплатной загрузкой обновляются один раз в 10 часов. Не забывайте, один раз в 10 часов. Дальше, соответственно, первая волна подарков, которая приведет у нас со скидкой, она нам дает нового питомца. Питомец у нас Блохиш. Ну, прикольно было, интересно придумать. По его, ребята, соответственно, всем характеристикам и по его способностям сейчас отдельно еще поговорим. Ну, что сказать, из такого прикольного, конечно, это кровосос. Апчхи я не знаю сильно, чесотка мне тоже не понравилась. Перекус срабатывает очень редко в соответствии с этим. Но это не дает таких, скажем, получается, плохих вещей для этого питомца, в связи с тем, что он является неуязвимым, ребята. Если все остальные питомцы гибнут, то этот питомец будет жить постоянно. На него не действует ни одна атака. То есть он вытаскивается, он, как получается, находится возле вас все время и постоянно наносит урон. То есть этому питомцу качать только силу. Все арконы на силу именно этому питомцу. Выкачать его надо, сразу говорю, примерно до 11 уровня. Но можно 10. 10 уровень дает уже последний, соответственно, баф поедания. Ну а сейчас давайте я запущу отдельно, чтобы посмотреть. Да хотя, ну нет, давайте запустим. То есть, соответственно, кровосос выглядит у нас вот так. Апчхи у нас выглядит так. Соответственно, рой вшей выпадающих, тоже смешная очень вещь, тоже выглядит вот так.
И, конечно же, наше последнее — это поедание. Всего один раз я его застал. Выглядит вот так. Оставляя только одну кучку после себя. Ну, прикольно, конечно, очень прикольно. Но советую, ребят, выкачивать, реально выкачивать его. Качается он самыми мелкими подарками вот этими вот. Так что все остальные можно не качать. Ух ты, я еще и новогоднюю коллекцию вытащил. Нифига себе. Максималка, нет? Нет, не максималка. Ну ладно. При вас прям новогоднюю коллекцию вытащил. Ну ладно, даже на видео засветилось. Так, у нас с Саней будут 20 дней. Ребят, за 20 дней, соответственно, качайте. Все. Выкупаем мелких подарков целыми пачками. Там мандариночки наши, мандариночки. Здесь я все это буду скупать. На все про все, соответственно, у нас получается, ну, 19 дней. Так что стараемся. Мандарины, которые у вас будут переходить из одной акции в другую. Так что продолжаем копить. Эту акцию мы ждали давно, поэтому видео я немножко подзакинул. Теперь перейдем давайте на форум и немножко еще порассуждаем. Порассуждаем, соответственно, призы, которые у вас сейчас есть, выглядят вот так. Это Катюша, соответственно, это Бумер, Мара, Чужой, соответственно, мелкий наш Круглик, в общем, нефтебабл. Дальше у нас энергопреобразователь и пояс. Ребята, если пояс дождетесь, будет просто чудо, соответственно. Ну, как я и говорил, две машины, три питомца, два предмета. То есть, ну, нормально, хорошие, имею в виду. Конечно, ждали немножко другой приз, но ничего, ребят, ждали всемодульную печь. Ну, энергетический преобразователь тоже хороший, его у многих нету. Ребят, качайте, качайте. Скидки на подарки, соответственно, все как положено. Блокиша мы разобрали. Соответственно, видите, ребят, частотка с 10 уровня. Да, то есть, его надо выкачать хотя бы до 10, хотя бы. Ну, блин, ну, не знаю, выкачится, не выкачится за всю, получается, акцию. По крайней мере, хищника я вытащил всего плюс 8. То есть, так что тут такая своеобразная. Смена призов, да, ребят, я забыл совсем, что произойдет смена призов у нас в Колесе Фортуны. Как говорил у нас на стриме Славка, то есть очень выгодная вещь сейчас, соответственно, выкачивать питомцев и психометр. У кого психометра нету, желательно вытащить хотя бы первого уровня, дает бонус к броне. Но я буду качать кибердевочку, то есть психометр у меня 300%, поэтому мне его вполне хватает. А вот кибердевочку бы надо бы подкачать. Это, скорее всего, призы будут на весь год. Дальше в клубах у нас кольцо ушло и появился робокот. Надеюсь, хоть иногда мне будет выпадать. Выпадать будет, поэтому прикольно. Соответственно, робокота я тоже буду качать. Бонусы не забываем, праздничных аксессуаров, которые будут у вас накладываться на ваше оружие. Тоже как бы положено. Турниры я тоже говорить ничего не буду. В турнирах участвуете или не участвуете. Не забывайте подарок, который вам сейчас подарили в самой игрушке, ребята. Не открывайте, пожалуйста. Там написано прямо на нем, видите? Предмет исчезнет через столько-то дней. Это вот примерно столько-то вам акция будет длиться. Да не шучу-шучу, она дальше, дольше еще будет. А здесь у вас получается со 2 января вы получите немножко больше всяких разных плюшек. Ну, вроде все рассказал. Время, ребят, покупать месячные планы. Время покупать месячные планы, соответственно. И хотя бы помаленьку, то есть, соответственно, сани загружать. То есть, по два, по одному рубину. Потому что прогресс, который вы будете идти по линии, он не будет исчезать. Он так и останется. Тайны, ребята, по машинке, соответственно, которая должна появиться. Сразу скажу, никаких нету. Внутри игры даже у питомца блохиша вообще нет картинки нападающей. То есть люди вообще даже заморачиваться не стали. Они взяли пиксель, навешали на него что-то там своеобразное и, в общем, сделали. Ну, очень смешно. Блохиш, кстати, как картинка в этом выглядит вот так. То есть просто картинка вот так обрезана вот так. И он так вот будет в слоте. То есть, соответственно, вот здесь вот. Ну, не знаю, сувать его в клетку, не сувать, то есть решать вам. То есть, ну, тут такой он своеобразный. Но у меня, по крайней мере, для него вот место есть. Я его так и оставлю. Тактику на него надо будет, наверное, купить за 15, чтобы его в начале боя самого вызывать. Чтобы он был, хотя бы просто был.
Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Не забываем, новогодняя акция очень шикарная, очень большая. Покупаем мелкие подарки, пачками покупаем за сотни, за 300 подарков, там 200 подарков. Выкупаем, с них очень хорошо сыпятся звезды. Поэтому при открытии подарков желательно, чтобы было задание именно на звезды. Я свои подарки буду открывать по волнам. Так что следите за каналом, ребята, подписывайтесь на канал. И в воскресенье новое видео, а в субботу, скорее всего, как обычно, вечером стрим. Приходите, ребята, будем ждать, пообсуждаем, кто что и что выкупил. Ну, а пока счастливо! Счастливо, с наступающим вас! С наступающим!